Дорогие друзья, здравствуйте, во-первых. Спасибо, что пришли. Александр Городницкий, наш петербургский поэт, знаменитый, 3 марта написал стихи, которые мне очень понравились, и я решил их озвучить. Попробуем? Безбрежен океан людских страданий, реальность беспощадна и груба. Дымятся баррикады на Майдане, где льется кровь, слышится пальба. Там лишь другие понимают вины, там кровь цена потраченным трудам. И если, Боже, любишь Украину, переведи ее через Майдан. Можно вместе? И если, Боже, любишь Украину, переведи ее через Майдан. Там из окошка выпавшая рама по тротуару не дает пройти, и нам вещают рупоры упрямо, что, к счастью, нет окольного пути. Мы не прошли его и половины, идя опять по собственным следам. И если, Боже, любишь Украину, переведи ее через Майдан. Вместе! И если, Боже, любишь Украину, переведи ее через Майдан. И вы что стали камуфляжной ратью, готовые убить и умереть? Опомнитесь! Вчера вы были братья, не становитесь каинами впредь. Не забывайте, жизнь всего дороже, за остальное я гроша не дам. И если Украину любишь, Боже, переведи ее через Майдан. Еще раз. И если Украину любишь, Боже, через Майдан. И чтоб не пели Рада или Дума, какую бы ни заплетали нить, не стоит подставлять себя под дуло и на другого дуло наводить. Нелегкий день сегодня нами прожит, нелегкий жребий нам судьбою дан. И если ты Россию любишь, Боже, переведи ее через Майдан. И если ты Россию любишь, Боже, переведи ее через Майдан. Переведи ее через Майдан. Александр Марсевич Городницкий, 3 марта. Нет войне! Нет войне!